Уникальная площадка. На базе Саранского высшего гуманитарно-технического колледжа имени Кунанбаева прошел региональный этап 5-й международной ярмарки социально-педагогических инноваций. Участниками международной ярмарки социально-педагогических инноваций на региональном этапе выступили педагогические работники и коллективы дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего образования и детско-юношеских центров. Тематика направлений ярмарки 22 затрагивает проблемы совершенствования системы образования Республики Казахстан в условиях дистанционного и инновационного образования. Разносторонность предложений, разносторонность вопросов, которые будет рассматривать ярмарка, это и World Skills, это и дуальное обучение, и профессиональная подготовка, и дошкольное воспитание. Все направления, затронутые в этой ярмарке, они будут рассматриваться. И хотелось бы, чтобы те разработки, которые сегодня будут представлены, они обобщились, пригодились для образовательной деятельности, для обмена опытом. В этом году небольшой юбилей ярмарки совпал со столетием юбилеем колледжа. В этом году ярмарка приобрела еще больший размах, объединяя коллег из разных регионов республики и зарубежья. Более 300 педагогов представили свои авторские программы. Сегодня мы встречаем наших педагогов замечательных не только из нашей Республики Казахстан, но также мы приветствуем на сегодняшней международной ярмарке социально-педагогических инноваций в сфере образования наших коллег из Российской Федерации и Республики Беларусь. Наша ярмарка в этом году приобрела масштаб уже международного значения. На ярмарку поступило более 300 заявок из разных уголков нашей Родины. Педагоги разных уровней представляют свои материалы. Это и дошкольное образование, это школа и, конечно же, колледжи технического и профессионального образования. Также представлены будут на ярмарке работы педагогов университетов Кемеровского государственного университета и нашего Карагандинского университета. Ярмарка – это уникальная площадка для профессионального общения, установления контактов и обмена опытом, подчеркивают организаторы. В этом году ярмарка продлится в течение 3 дней. Сергей Пасечник, Серик Тагаев, Наталья Заяц, 5-й канал.